Синлай руководит отделом контроля качества биофармацевтической компании. В маленький город Мэйхэкоу в провинции Цзилинь он переехал из административного центра вместе со своей семьей. «Мы ничего не знали о Мэйхэкоу, пока не приехали сюда. Компания организовала для сотрудников и членов их семей экскурсию по городу. Нас поразили открытые общественные пространства, музеи и библиотеки, а также многочисленные объекты инфраструктуры». Главная причина, по которой сюда переезжают профессионалы, это возможность карьерного роста. В Мэйхэкоу находится биофармацевтическая компания Хуэйшэн, которая ведет разработку передовых медпрепаратов. «Многие из наших высококвалифицированных сотрудников – бывшие работники известных предприятий или иностранных компаний в крупнейших городах Китая. Они понимают, что хотя зарплата здесь и на 10-20% ниже, но условия жизни и перспективы трудоустройства выигрышные». «Оптимизация промышленных структур и поддержка экологических преобразований – это наши приоритетные задачи. Городские власти принимают непосредственное участие в создании рабочих групп и реализации новых проектов». Новые предприятия требуют рабочей силы, новые сотрудники становятся клиентами для местного бизнеса. Растут налоговые поступления, в бюджете появляются средства для улучшения инфраструктуры. Так город становится привлекательным для всех.